В Испании полиция арестовала предполагаемого сообщника Амеди Кулибали, захватившего в январе 2015 года в кошерном магазине в Париже заложников. Следствие считает, что задержанный поставлял Кулибали оружие. Операция была проведена в среду в коммуне Ринкон-де-ля-Виктория при поддержке французских правоохранительных органов. Задержанный 27-летний гражданин Франции Антуан Деневе, родившийся в департаменте Па-де-Кале. После теракта в Париже Деневе переехал в Малагу, где проживал по поддельным документам и продолжал торговать оружием. Связь Кулибали с Испанией подтверждает и тот факт, что перед терактом в Париже именно в Мадрид он отвез свою супругу Хаят Бумедиен, которая затем вылетела оттуда в Сирию. Сам Деневе отрицает факт поставок оружия Кулибали и заявил, что хотел бы быть экстрадирован во Францию. Представители Верховного суда Испании заявили, что скорее всего так и произойдет, если не будет выявлено никаких других уголовных дел, по которым проходит задержанный.